Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Защитники базы». Так, ну что, последний персонаж, которого мы с тобой взяли и попробовали, это вот этот вот странный типок с щитом и с дробовиком. Он ничего не может делать, просто стреляет. Так, а мы с тобой идем на карту, забираем свои фишки-бонусы. Так, смотри, у нас здесь есть 36 уровня. Погоди-ка, а что это такое у нас? Атаковать. Это караван. Давай, давай, будем атаковать. Стоп, что у нас такая скорость бешеная? Давай единичку, даже ноль, нет, единичку. Так, вперед и с песней, ребятушки, вперед. Давай. На-ка. Так, стоп, 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 стоп. А чё у вас так много-то? Эй, начинает, ребят, кромсать мне потихоньку. Так, нужно вот этих вот дальников, наверное, тут шваркнуть. Замедляху. На-те. Чтобы медленнее, ребята. Ой! О-о-о-о-о-о! По-моему, нас сейчас, ребят, разнесут. К сожалению. Как бы я тут ни старался, видимо, не получится у нас. Совсем немножко там. Твою ж налево. Чуть-чуть. Капельку не хватило. Твою налево. И караван я просто сфейлил, да, получается? Ай-яй-яй-яй-яй. Как же ты так, Рэй, смог? Сфейлить, блин, караван. Там, в общем, уверен, должны были быть классные штуки. Так, ладно. Что мы с тобой... Давай, наверное, сходим на базу, на нашу. Так, 100 тысяч. Вау, как с куста, ребята. По звездочкам что у нас тут? Тишина, да, тишина. Ничего нету. Так, 100 штук. Хм, прапать. Так, ну здесь понятно, 40-я волна, это все ясно. Ребят, а что мне нужно сделать для того, чтобы поставить, например, статую или как-то тут ворота улучшить? Потому что я очень уверен, тут должны быть дальнейшие какие-то улучшения. Так, про игрок. Так, бесконечная скорость для битвы. Так, безлимитный автоплей. Бриллиантовый статус и бенч. Что такое бенч, я не знаю, ребят. Черный ассасин, хаммер, нифига тут он. Это вообще, ребят, там с пулеметом, с таким. Да, репликант. Персонажи, конечно, тут крутые, ничего не поспоришь. Кстати, а кто у нас на продаже есть? Ну, давай посмотрим по юнитам. Есть кто-нибудь новенький у нас? Есть Зиг. Я могу, ребята, приобрести Зига. Это первый персонаж за гемы, который стоит 10 гемов. Я, наверное, возьму его. Так, 40... Карлос, это какой-то мафиоза. Кейт с огнеметом. Нан у нас с автоматом. Это механик, мне кажется, он чинит что-то. И бомбер. Фига он там с бомбочкой. А это уже почти за бабло. Так, ну что, Зиг, что ты у нас вообще умеешь делать? Так, увеличивает опыт при убийстве противников. Ну, если я возьму, например, тебя и поставлю вот сюда. Ну, естественно, апгрейдить. Кстати, мне нужно, знаешь что? Вот. Фига тут у нас. А куда я эту турель могу поставить? Даже так? Хе-хе-хе. Давай прокачаем. Соточка. Потратить 100 гемов, получишь 225 монет. Нет, мне этого не надо. Посмотрим, ребят, как эта турель будет нам помогать. И заодно посмотрим, что, на что у нас способен Зиг. Так, ну что, битва? Ну, в принципе, турель очень даже неплохо бомбит, ребят. Как по мне. Но все равно что-то вот не хватает, ребят. А что Зиг-то делает, я не понял. Он стреляет, да, я вижу. Из пистолета, причем так кисло. Пиу, пиу. Многострадалец наш, ё-моё. Так, пошли у нас бонусы монеток. Так, забираем с тобой награды. Все-таки я, наверное... О, подожди-ка, что у нас? Звезда.
По имени Солнце. Так, мы можем с тобой... Давай возьмем улучшение вот это вот. Будем все по порядку с тобой улучшать. Так, 40-я волна, да, нам нужна, чтобы дальше пройти. Так, на карту выйдем с тобой и посмотрим, что у нас тут есть. 45 уровня, ну, вряд ли я потяну. Единственное, что я могу... А, нет, не могу. Думал, сейчас прокачаемся. Ага, прокачались. Тут 50 уровень. Почему вот этот вот остался, я не понимаю, ребят. Мы здесь уничтожили, а он все равно стоит. О, вот, друзья мои, Че, серьезно, что ли? 51 уровня мне не справится. Так, а вот ресторан... Ресторан, ребят, я, пожалуй, буду бомбить. Давай сюда сразу же. Бросаем на опережение. Ну, блин, да что ж такое, Зик? Ты какой-то вот несуразный он, ребят. О, там у нас этот идет. Как его увеличать-то, скажи, я скажу тебе. Ну, ты понял, да? Конусоголовый-то этот. Из фильма Silent Hill. Все, здесь мы, кстати, победили, ребята. Причем довольно неплохо. Блин, 51 уровень. Справимся, как ты думаешь, или нет? Давай рискнем. Чем мы теряем? Мы ничего не теряем, ребят. Ох, ёк-макарёк, ты прикинь. Друзья мои, тут летающий уже. Ну, благо турелька нам тут помогает. Ну, блин. Что-то мне подсказывает. Хренушки, у нас тут что получится? Тут какие-то паукообразные ползут. Давай так сделаем. Твою дивизию. Нет, ребят, они промнут. Они сминают. Они сминают вообще все на своем пути. Ну, я, по крайней мере, попытался, постарался, но не вышло. Что сделаешь, ребят? Ну, не вышло. Так, давай тогда здесь продолжать бомбить. Ну, у нас, видишь, турель-то еще 9 уровня. Блин, я Зика хотел поменять. Мне вообще, ребята, он не устраивает. Вот, серьезно, я лучше оставлю того чувака, пускай он с дробовичком будет. А лучше, конечно, ставить сюда юнита, который может вызывать подкрепление. Как по мне. По-моему, это будет вообще топово. Потому что в данный момент у нас из защитников только вот один, единственный вот этот чувак. Посмотри, посмотри, в основном вот, вот наносят нам урон, ребята, именно дальники. Да еще скажи, что здесь не справимся. Фью, там на последних, ребята, этих лоскутках выжили. Так, 94 тысячи. Что у нас тут? Вообще ничего не происходит. Нам нужно пройти 40-ю волну, да? Дальше у нас будет прокачка. У нас уже 35-я. Турель, давай-ка улучшим. И уберем Зика. Это не то. Это не тот персонаж, которого, ребят, я хотел бы видеть в нашем, как говорится, ряду. Так, а в нашем ряду пойдет... Бизон. Вот Бизона-то мы, кстати, с тобой и не смотрели. Сейчас глянем, что он из себя представляет, этот Бизон. Погнали, друзья мои, 35-й. Блин, опять ничего? Да что ж за непруха-то такая, а? Очень много юнитов, которые вообще, ребят, ничего не делают. Так, Бизон тоже не герой нашего, как говорится, отряда. Опа, 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 ползет, ползет мини-босяцкий. А, ну правильно, 35-я волна. Естественно, тут должен быть мини-босс. Как же без него-то? Да, тут распетрушили. Все. 41 тысяча, маловато. Блин, да когда же я найду идеального, просто идеального себе, ребята, юнита, который будет... за мою базу, так сказать, рвать и метать. М? Кути, Марк, Бучер. Опа, Эшли, друзья мои, гитаристка, ничего себе. Давай-ка проверим. Надо сразу читать, что он делает. Пэшбэк. Ого,
Так, призывает волну музыкальную. Так, это надо глянуть, ребята. Я хочу посмотреть. То есть она будет вызывать волну. Ну, видимо, со своей электрогитарой. А ну-ка, давай проверим. Да, эта волна откидывает, ребята, противников назад. Круто. Вот это я понимаю, это хоть что-то годное. Так. То есть враги подходят, мы так вот в кучку и, да? Нормально, это я считаю нормуль. Вот волна, это годится, ребят. Ну согласись. Причем волна не просто их скидывает, а еще и наносит урон. Да, вот это совсем другое. Сразу, ребят, как вот боец нормальный появляется, сразу идут дела в гору. По идее, мне надо прокачивать мою машину, вот эту вот. А тут еще, видишь, тауэр. Можно будет что-то сделать с этими, с башнями. Пока не знаю, что. Так, юниты. 9 в плюсе. А что значит 9 в плюсе? Еще, что ли, кто-то у нас тут? Да нет. Так, я думаю, есть, ребята, резон Эшли прокачать. Так, слушай, ну у нас, смотри, вот хотя бы всех нужно подровнять под двадцаточку. Потому что у нас как-то с тобой, ну, офигенный какой разрыв получается. Так, давай сюда, оп. Не, волна нормально. Нормально она помогает здесь. Не придраться. Выходим. Бомбим. Волной сдуваем, вообще четко. Так, ага, ну. Блин, вот самый. Вот кого-то хочется взять, знаешь, чтобы был против именно вот этих вот дальников. Чтобы они не пуляли, не стреляли. Но таких юнитов, наверное, у нас нету, к сожалению. Так, едем дальше. Осталось всего лишь две волны пережить, и у нас будет сороковая. Это будет круто. Волну, мне кажется, можно даже немножко, ребята, придержать. Не сразу ее тратить. На самом-то деле. Так, вперед, родные. Давай бросаем. Вот сейчас, да, вот волна именно топово заходит, когда они рядышком. Ведь 100% есть какой-то персонаж, который ускоряет перегрузку вот этих вот всех наших скиллов. Я больше уверен, что он должен быть. Но... Так, а у нас помимо турели, я еще помню, вроде бы есть какие-то ракетницы. Надо будет, кстати, тоже их глянуть. Давай-ка я зайду и... Подожди-ка, у нас на карте что-то тут есть новое, нет? Пока все тихо. Здесь забираем. Ждем с тобой 40-ю волну. А сколько здесь нужно будет денег? Наверное, 1200, а может быть 400. Он мне так лично кажется. Пока я не буду улучшать здесь золотую шахту. Так, вот сижу. Давай, наверное, все-таки прокачаем. Так. Вот этого парня нужно прокачивать. Он нам очень хорошо здесь помогает. До двадцаточки, да? Плюс нашу Анастасию. Блин, голда, конечно, очень быстро кончается. Очень быстро. Так, 39-я волна. Давай закинем сюда на опережение. Ну, сдувай их. Стреляем. Так, отлично. Куда разогнались, а? Холопы. Сдувай их. Так, лучник готов. Бомбит сюда. Анастасия стреляет вон туда. Эта волна еще, ребята, наносит урон, по ходу дела, когда она вот это вот бомбит. Или мне просто кажется. Так, подожди-ка, мне показалось, что мы получили с тобой звезду. Да, так и есть. Звездочку. Блин, ну тут процентовка маленькая. Всего лишь 1% для жизни призванных юнитов. Ребят, ну это фигня полная. Так, это сокращение времени призыва, да? Это откат
Вот это, кстати, надо, ребят. Это у нас откат наших обилок. Но тут также есть и шанс крит дамага. Тоже, в принципе, неплохой варик. Так, у нас, кстати, с тобой 40-я волна. Здесь будет Басецкий, 100% тебе говорю. Поэтому можно, в принципе, наверное, сбегать на карту и тут посмотреть, что... О! 35 уровень, конечно, ребята, конечно, надо здесь бомбить. Это не обсуждается. Так, сразу тут всех на опережение. Так, защита побежала. Обожаю, когда у Насти вот так вот срабатывает защита ее. Это классно. Так, тихо, куда? Куда разогнались хлопчики? Так, тут Басяцкий идет, ну, такой мини-Басяцкий, скажем так. Жик, сдули их, ага, издалека-то сразу не могут швырнуть. Все, разбомбили. Так, а что вообще нам вот это вот дает? А, ну нам дает это опыт, насколько я помню. Так, а что у нас тут вообще такое? Вот, блин, ребята, вот бесевые такие вот игры, да, вот мы с тобой играем, тратим время, да. Здесь нету привязки. Нету привязки именно, как тебе объяснить? К аккаунту, к Фейсбуку. То есть, не дай бог, что-нибудь случится с эмулятором, мы с тобой восстановить не сможем. В Таверланде можем, потому что там все сохранено, там привязка идет. А здесь же нет. То есть ты идешь на риск, на осознанный причем риск. Так, ну что, давай, наверное, прокачаем нашу базу. Все. Тут, по идее, должны быть еще ячейки. Кстати, насчет модулей. Какие у нас там модули есть? Опа, миниган, ребята, появился. А это что такое? Угли? Да, ребята, угли горящие. Хе, хочется посмотреть все это. А это что такое? Пресс какой-то? Гемы нужны. Так, ребята, 40-я волна, 100% будет босс. Так что готовимся. Здесь должен быть Басяцкий. Так, сдули их всех, какие дрени фени. Кто там? Ну, я пока вижу только пирамидоголового. Давай так, наверное, сделаем. Йо, тут и крысы, эй! В плане? Меня просто, друзья мои, стерли с лица земли здесь. Так, и что же нам делать? Что мне, скажи-ка, здесь делать? Они тут довольно сильные. Ты посмотри, какая их армада бежит здесь. Да идите вы. Не-не-не-не-не, тут их слишком много. Вот это приплыли. А как тогда быть? А как мне прокачиваться, ребят? И я вот не понял. Так, если я, например, турель уберу, поставлю... Ну, что я могу поставить? Броню. Улучшение здесь, ну, никак не повлияет. 100% тебе говорю. Так... делать-то? Попали, что ли, получается? По полной программе? Или что? Броня мне это... Ребят, она меня не спасет здесь. Я больше чем уверен. Ты посмотри, вот ты просто полюбуйся, сколько их здесь идет. Да, ту-ту-ту. Вообще никак. Опа, Зоя. Давай попробуем, ребят. Ну, это уже без выходности. Это уже без выходности. Да, сейчас они, кстати, здесь на базе, не забывай, что они становятся... Скажем, разом все сильнее и сильнее. То есть
чем меньше у них там становится здоровья, тем они агрессивнее будут. Странно, никого нету, что-то не уходит. Давай так сделаем. Вот, какие-то тут человечки побежали все-таки. Это 50 уровень, ребята, не забывайте. Опа, это что там еще за джипари вылезли? Есть. Прикинь, мы выиграли. Мы 100 тысяч с тобой получили. А вот теперь сижу и думаю. 100 тысяч это хорошо. Улучшать это я не буду пока. Прокачать. Что мне нужно, друзья мои, прокачать? Для того, чтобы, ну, естественно, выиграть здесь. Может быть, наших бойцов. Четыре урона они наносят, да, теперь? Наша защита, сколько она дает нам? По плюс одному всего лишь. Да, что-то как-то по-жидкому, если честно. Так, ладно, давай еще с тобой выйдем на карту. Опа. Караван. Караван надо атаковать по-любаську. Так, волну. Давай, Настя, бросай бомбочку. Да что ж у вас так много-то бежит прям. Собаки там еще всякие. Давай туда вон гранату запульнем. Зоя, а что интересно Зоя делает? Мы, кстати, не посмотрели еще с тобой даже. Новый персонаж, которого мы с тобой заработали. Надо же. Получилось, ребята, мы здесь справились. 60 уровень ресторана. Че, попробуем, ребята? Сразу на опережение бросаем гранату. Так, тут, наверное, тоже будет волна некисто идти, почему-то мне кажется. Так, сдуваем. Бросаем. Но смотри, смотри, все очень даже неплохо получается. Плевунов этих сдуть надо. Все. Так, а здесь уровень только повышается, я смотрю, да? А почему я не могу их... О! Профессор. 60 уровень, это босс, ребята. Оу-чу-чу. Давай хотя бы глянем. Давай хотя бы глянем, что он себе представляет. Босяцкий. Так, кинем туда. Вот так вот. Я так понимаю, вертолет, он летающий юнит, получается. Какие там они живучие-то, посмотри. Так, забрасываем. Так. Я вижу, вижу, там он, машина появилась на горизонте. А вот, ребята, и по всему босс. Так, сделаем сюда. Мы сдуваем, конечно, но, блин, ты посмотри, сколько. Та... Ох, он там еще и не один, ребят. Он там не один. Нет, тут шансов нету, по-моему, у нас тут СМИ тут. Не хватает вот еще, ребята, не хватает одной ячейки для, блин, еще одного юнита. Вот что тебе. О, так мы босса запинали. Друзья мои, мы босса запинали, прикинь. Да ладно, ты серьезно? Мы справились. Ого. Слушай-ка, да мы тут вообще с тобой рулим. Профессор нам какой-то теперь остался. Что этот профессор делает? Я не знаю пока, ребят. Так, денег 215 тысяч. Не кисло мы с тобой тут заработали.
Так, а вот теперь идем на юниты и смотрим, ребята. Так, Зоя, профессор, так, медик. Что делает профессор? Призывает торнадо на всю арену. Торнадо. Слушай, подожди, я попробую прокачать нашу. Есть, есть, друзья мои. Вот она, ячеечка-то как раз. Я и хотел. Так, ну что, берем с тобой тогда профессора. А Зоя что делает? Capable going battlefield. Не знаю, ребята, что это, как это переводится. Я думаю, что все-таки мы возьмем, наверное, профессора. Так, давай его сюда поставим. Он такой довольно дорогой по прокачке-то, профессор кислых щей. Я надеюсь, этот мужичок нас не подведет. Юниты про. Ну что, попробуем с тобой пройти уже все-таки 40-ую волну. Я не знаю, ребят, нас тут, наверное, накумарят сейчас. Подожди-ка, а что у нас тут? Гем. Ага, ну тут 60 уровень, а здесь? Тут в откатах. Тут 65 уровень, смотри-ка, скорость битвы удваивается на 2. 65 уровень. Заправочная станция, да? Заправочная станция. Ладно, давай все-таки попробуем пройти просто с тобой в 40-ую волну. Эх, ну-ка проверим, что он там делает. Действительно выпускает, ребят, торнадо. И слушай, это торнадо довольно долго держится. Так, дедуль, давай. Ты смотри сам. Офигенно. Это красота. Сдувай их, ядрени фени. И торнадо. Профессор кислых щей, да ты просто топ какой-то. Ты палочка-выручалочка в этом мире. Так, сейчас мы. Ну, что-то не получается у нас. Давай так вот. И снарядик. Пирамидоголовый, да? Профессор еще бросается какими-то электрическими, да, да, электрическими снарядами. Вот и все, что и требовалось доказать, друзья. Так, 83 тысячи. Что у нас еще на карте есть? Опять караван? Нет, ребят, не караван. Здесь 34 тысячи голды можно получить и 200 монет. 41 уровня. Так. Ну, мне кажется, теперь с нашим профессором, кстати, надо будет его прокачать. Ну ты посмотри. Ха-ха-ха, вообще классно. Вообще топово. Теперь у нас есть с тобой мало того, что волна от гитаристки, так еще и ураганчик, который довольно долго держится и просто не дает врагам подойти. Слушай, солидно. Меня устраивает профессор, поэтому надо его прокачивать. Но в то же время нужно еще, ребята, попробовать. Кстати, мы с тобой прошли. Давай-ка посмотрим, что нам нужно для прокачки арены. 500 тысяч, ребята. И мы тогда сможем прокачиваться до 59 уровня. До 59 уровня. Так, по модулям давай-ка глянем. Миниган. Куда его поставить? Вот сюда, наверное. Прокачаем. Фига у него дамаг. 221. У нас, по-моему, ни у кого. Ага, вот у профессора дамаг. Тут 420. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ладно. Ту-ту-ту-ту. Смотри, что творится. Давай. Профессор. Ха, вообще круто, ребят. Крысы тут навозные еще бегут на нас.
Это кто там? Кто такие на колесиках? Ну, в принципе, неплохо, ребят. Так, ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим эту серию. Обязательно продолжим. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.